С началом теплой и сухой погоды возрастает риск возгораний по вине человека. С 30 марта в Московской области действует особый режим. В связи с этим сотрудниками противопожарной службы, лесной охраны и МВД проводятся профилактические рейды. Напоминаю о мерах безопасности, о вежливости обращения с гражданами, по форменной одежде, соблюдение ее, естественно, вот. И держаться на минимальном безопасном расстоянии друг от друга, в том числе. Средства защиты всем розданы, прошу их не снимать во время рейда. Из-за ранней весны рейды начали проводиться на месяц раньше. Жителям напоминают, что во время особого режима разводить костры, жечь сухую траву и проводить любые пожароопасные работы запрещено. Запрещено категорически разведение мангалов, огня. Ну, также санитарная безопасность, запрещается засорение лесных участков бытовыми пищевыми отходами. В период самоизоляции граждан призывают оставаться дома. В связи с этим отдыхающих в лесу почти нет. В основном здесь встречаются люди, гуляющие с детьми и с собаками. Предупреждаем вас, напоминаем, что в Московской области введен особый противопожарный режим. 30 марта костры разводить запрещено, в том числе в лесных массивах. Не разводите? Хорошо, возьмите, почитайте. Такие листовки с призывом не поджигать сухую траву сейчас раздают гражданам городского округа. Им сотрудники напоминают о том, что следует соблюдать пожарную безопасность, иначе они могут понести как административную, так и уголовную ответственность. Также им напоминают о режиме самоизоляции и, если они выходят из дома, ношении средств индивидуальной защиты. С начала марта сотрудниками МЧС было зафиксировано 32 случая возгорания сухой травы. Из них 18 правонарушений, которые произошли в населенных пунктах. Несмотря на то, что сейчас наблюдается небольшое похолодание и режим самоизоляции, но тем не менее мы фиксируем достаточно большое количество граждан, находящихся и в лесу, на своих приусадебных участках, в садоводческих товариществах или в деревнях, и в том числе разводящих костры. В период действия особого противопожарного режима на всей территории Московской области размер штрафов увеличивается вдвое. Устраивать пикники и разводить костры разрешается только в специально обустроенных местах. Александра Столярова, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ.